системе подготовки ведущих лыжников мира и Советского Союза не должно быть слабых звеньев. Такие слагаемые, как физическая подготовка, скоростно-силовые качества, функциональная подготовленность, должны обеспечивать успех. Но одним из ведущих факторов в достижении высоких результатов является техника лыжников-гонщиков. В нашем фильме мы постараемся вам представить наших ведущих лыжников и ведущих лыжников мира и рассмотреть технику передвижения, как классического, так и коньковых способов передвижения. Сейчас мы посмотрим совершенствование техники попеременного двухшажного хода. Он является основным видом передвижения в классических способах. Спортсмены попеременно отталкиваются рукой и ногой. Это совершенствование этой техники происходит на каждой тренировке. А используются где они чаще? Чаще всего используется это на ровных участках, на пологих подъемах и на крутых подъемах. Вот эту технику попеременного двухшажного хода демонстрирует Алексей Прокуроров. Здесь характерно хорошее мощное отталкивание руками и ногами, законченность движений. Надо сказать, что советские лыжники хорошо владеют этим способом. Владимир Смирнов – один из лучших в этом виде передвижения. А кто, по-вашему, является эталоном в технике классических ходов? Ну, на мой взгляд, у женщин это Раиса Сметанина, а у мужчин, пожалуй, Владимир Смирнов. Вот одновременный одношажный ход. С одновременным выносом палок и отталкивание одной ногой, и затем отталкивание двумя руками. Это полуконьковый одновременный ход. Где он используется чаще? Он используется чаще на ровных участках и на пологих тягунах. Такой скоростной вариант, да? Да, это скоростной вариант. Ход быстрый. Но сейчас он становится менее перспективным, потому что сейчас больше используют одновременный, одномоментный коньковый ход. Но на многих участках он применяется. Вот это движение одновременного конькового хода. То есть отталкивание на каждый шаг? Да, отталкивание на каждый шаг. Происходит отталкивание одной ногой и двумя руками. Но в крутой подъем он нерационален? Он нерационален в крутой подъем. Там используется двухшажный коньковый ход. А в основном это при быстрой лыжне. И хорошем скольжении. Да, и хорошем скольжении. Ну, быстрая лыжня, она характерна, как раз характеризуется хорошим скольжением. На ледянистых трассах, при тугом скольжении им идти тяжеловато. Это поворот. Видите, здесь не совсем совершенен поворот. Спортсмен неуверенно его проходит. Да, развел лыжи очень широко. Широко развел лыжи. Вот здесь поворот с переступанием и с отталкиванием правой ногой. Это дает возможность дополнительного наращивания скорости. То есть тот тормозил, а этот наоборот? А этот наоборот наращивает скорость. Это спусковая часть проходит. В основном сейчас в закрытой стойке проходят спуски. Стойка характерна так же, как и для горнолыжников. Отлично скользят лыжи у этого спортсмена. Чтобы добиться такого скольжения, имеются специальные технологии подготовки лыж. Об этом расскажет Александр Анатольевич Смирнов. В современном лыжном спорте технический результат зависит не только от состояния спортсмена физического, технического, но и от качества подготовки лыж, которые напрямую влияют на технику передвижения лыжника-гонщика. Для того, чтобы их подготовить, значит, мы должны их в первую очередь проверить, в каком они на сегодня находятся состоянии, убрать старую смазку,
Это делается определенной смывкой, состав которой растворяют старую смазку. И тряпкой мы ее убираем. Затем пользуемся металлическим циклом. Еще раз вычищаем лыжу. Убираем оставшуюся грязь. Если это лыжи классические, то мы наносим парафин только на часть носка и пятки, а среднюю часть колодку оставляем чистую. Но на сегодня мы ее подготовим для конькового хода. Поэтому наносится парафин на полную поверхность лыжи. И горячим утюгом стараемся сплавить парафин так, чтобы он сумел проникнуть в поры. Для того, чтобы еще раз вычистить лыжу, парафин расплавляем полностью. Мы сразу же его удаляем. Эта операция значит, называется как вычистить лыжи тем парафином, на котором мы в дальнейшем будем участвовать в тренировке или в соревнованиях. Ну, для того, чтобы выбрать правильно и лыжи, и, самое главное, смазку, нужно иметь откатку лыж. Вот в данном случае сейчас демонстрируется откатка. Имеют специальные приборы, которые фиксируют время прохождения того или иного участка. Причем, насколько я знаю, до сотых долей там точность. Да, точность это до сотых долей. Ну, а сейчас мы увидим подготовку наших спортсменов к соревнованиям. Это эстафетные гонки. Мужчины. Мужчины. Общий старт. Он характерен, видите, значит, одновременными ходами здесь пользуются спортсмены. Вот женщины. Ну, разгон, как правило, начинается с попеременного двухшажного хода, а потом переходит на одновременные. Эти способы наиболее быстрые. Вот сейчас идет преодоление подъема. Тамара Тихонова. Крутой подъем, да, Тамара Тихонова. Он характерен выхлестом голени. В зависимости от крутизны выхлест идет. Энергичной работой рук. И хорошим отталкиванием. Это Линцени, по-моему. Нет, это Сметанина. Это Сметанина. Сметанина. Вот видите, у нее более мощные отталкивания, более глубокое подседание и более мощное отталкивание. А вот Винцени. Вот Винцени идет. Здесь недостаточно хорошо работают руки, слабый вынос, небольшая амплитуда. Смотрите, какой короткий шаг, она просто бежит. Ну, в зависимости от подготовленности спортсменов, естественно, здесь и самое главное, держание лыж. Спортсмены, естественно, имеют и приспособительные моменты. Одни это делают более мощным отталкиванием, то есть шаг их более длинный, а другие идут покороче. Как вы считаете технику Нагейкиной? Это она проходит? Здесь немножко напряженные, конечно, положения, особенно в ногах. Руками она работает здесь хорошо. А в ногах чрезмерно сильные сгибания. Вот это идет Сметанина. Но уже на другом участке. Более пологом участке, да, более пологом. Здесь, видите, достаточно большая фаза скольжения. То есть уже совсем другая амплитуда, чем на большом подъеме, да? Да. Чем, конечно, подъем круче, градус его больше, тем, естественно, шаг будет короче. Это одновременный бесшажный ход. Вот она переходит на одновременный одношажный ход. Вот на этом же участке идет Владимир Смирнов. Но, естественно, силы у мужчин больше, и они способны полностью выталкиваться здесь и проходить ходом этот подъем. То есть более мощно. Более мощно, да.
без скользящего бега. Вот переход с одновременных ходов на попеременный ход. Здесь тоже очень важно синхронно. Да, здесь очень важно это выполнить четко, быстро, с тем, чтобы суметь сразу перейти без потери времени. Но вообще техника советских лыжников можно считать на высоком уровне относительно зарубежных, правда? Да, техника достаточно высокая. Мы имеем много разработок по технике. Ну, сейчас мы посмотрим видеозапись вчерашней гонки 15 километров. Коньковым ходом, и я думаю, что Владимир Михайлович даст нам соответствующий комментарий, значит, по прохождению тех участков, которые он снял. Анализ техники двухшажного конькового хода. Отборочные соревнования. Крутизна подъема 9-10 градусов. Проходит олимпийский чемпион Алексей Прокуроров. Хорошие динамичные движения, высокая скорость прохождения. За ним идет Владимир Сахнов. Правостороннее отталкивание палками, хороший вынос правой маховой ноги, вертикальная постановка палки правой руки, большой изгиб в локтевом суставе, лишняя трата времени в цикле. Михаил Девятьяров. При постановке палки та же ошибка, что и у Сахнова. Вертикальная постановка палки. Излишний наклон туловища вперед. Загрузка передней части лыж. Невысокая скорость прохождения. А вот сейчас мы посмотрим технику конькового хода на ведущих лыжников мира на чемпионате мира в Лахте. Гонка на 15 километров. Идет норвежский гонщик Торгбьерн. Вот он преодолевает крутую часть подъема. Обратите внимание на активную работу туловища и ног. А вот сейчас появился призер чемпионата мира, шведский гонщик Халланд. Идет очень свободно, хорошие движения, очень ритмично идет, очень хорошо работает руками. Тоже глубокое подседание и очень ритмичный ход. А это шведский гонщик Магрен, стартовый номер 54. Его техника передвижения отличается некоторой асимметрией лыж. При отталкивании палками скользящая лыжа развернута под большим углом, чем другая лыжа. Такой вариант является менее эффективным для поддержания высокой скорости на подъемах. Финский гонщик Ристенин под номером 64. У него такая силовая манера ходьбы. Несколько отличается он от двух предыдущих гонщиков Швеции, которые более технично преодолевают участок. Здесь, видите, есть напрыгивание. Жесткая постановка лыжи на снег. Алексей Прокуроров. Правильная постановка палок на снег. Оптимальный наклон туловища. Мощное отталкивание левой ногой. Симметричное разведение лыж. Обратите внимание на элемент напрыгивания левой лыжей. Это позволяет активнее выносить маховую ногу. Момент отталкивания правой лыжей, активный вынос маховой ноги и постановка палок на снег. Здесь мы наблюдаем начало периода отталкивания в исходном положении. Окончание отталкивания правой ногой и начало одновременного отталкивания левой ногой и палками.
Знаменитый лыжник Гундесван, Швеция. Эффективное отталкивание правой ногой и начало свободного скольжения. Хороший перенос центра масс на правую лыжу. Окончание периода отталкивания. Вообще Гундесван абсолютно одинаково отталкивается как правой, так и левой ногой. Все движения он выполняет слитно и обладает исключительной координацией. Если в классических ходах эталоном является Владимир Смирнов, то в коньковых способах передвижений, несомненно, Гундесван. А вот сейчас обратите внимание на прохождение техники спуска. В основном сейчас гонщики хорошо владеют горнолыжной техникой. Вы видите, большинство идет на параллельных лыжах. Узкое ведение лыж. А вот сейчас одновременный коньковый ход Нина Гаврилюк демонстрирует и с переходом на двухшажный коньковый ход. Лариса Лазутина идет двухшажным коньковым ходом. Очень активно работает руками и туловищем. Хорошая постановка палок. Поскольку подъем не очень крутой, ноги ее согнуты недостаточно. Елена Вяльби. Ее отличает мощная работа руками при отталкивании палками. Своевременный перенос центра масс с одной скользящей лыжи на другую, что обеспечивает высокий темп. Вы видите начало периода отталкивания, правильная постановка палок на снег. А здесь зафиксировано окончание отталкивания, активный вынос стопы левой ноги. Это окончание отталкивания ногой и начало свободного скольжения. Начало отталкивания палками. Все движения у этой спортсменки рациональны. Под номером 48 идет норвежская гонщица Марианна Дальма. Гонщица очень высокого роста. Видите, она сейчас идет под каждый шаг. Но движения недостаточно законченные. Вот снова она переходит на двухшажный коньковый ход. Чешская гонщица Хавранчикова, очень успешно выступающая в этом году. Она имеет своеобразную манеру. Вы видите, очень высокое положение туловища. И проходит довольно-таки свободно этот участок. Финская лыжница Сивалайнин. Она идет свободно, раскрепощенно. Хорошее положение туловища, хорошая работа рук, очень свободное положение в ногах. Олимпийская чемпионка Тамара Тихонова идет одношажным коньковым ходом. Все движения выполняются технично. Момент постановки палок на снег. Пятка стопы маховой ноги находится у стопы опорной ноги. Начало переноса центра масс с одной лыжи на другую. Недостатки. Чрезмерный наклон туловища. Центр масс тела находится за пяткой опорной ноги, что приводит к излишним усилиям и снижению скорости. А вот сейчас появилась на нашем экране
Мария Матиканин. Видите, она идет коньковым ходом без палок. Это очень характерно сейчас для лыжников-гонщиков на пологих участках под уклон небольшой и на равнинных участках. Сейчас она переходит на коньковый двухшажный ход. Движение ее также очень ритмичное, очень эластичное, прекрасная постановка палок. Хорошая работа туловища, оптимальный угол сгибания и достаточно свободная работа ног. А вот появилась чемпионка мира на 20 километров в Оберсдорфе Мария Хелена Вестин, шведская лыжница. Ее манера несколько отличается как от наших, так и от финских гонщиц. Вы видите, она сначала отталкивается ногами, а потом добавляет руками. Вот сейчас она делает переход, идет, начинает движение под другую руку. Сейчас она шла под правую руку, а сейчас перешла на левую. Немножко высоко поднятое колено левой ноги. Виальбе проходит крутой участок, сохраняя при этом высокий темп и мощное отталкивание. Это позволяет ей поддерживать необходимую скорость. Снова появилась Хавранчикова на наших экранах. Она также преодолевает этот участок, который сейчас преодолела Лена Виальбе. Идет в высокой манере. Вот видите, она тоже старается немножко напрыгивать. Но недостаточно активно работает руками. Вероятно, есть навалившиеся доли усталости. А вот Мария Матиканин. Она идет в той же хорошей манере, как и в начале дистанции мы ее видели. Очень хорошо использует скольжение на лыжах. Очень хорошая работа рук. Обратите внимание, она идет сейчас под левую руку. Вот правильный угол постановки палок. Достаточно сильно согнутые ноги, но вот здесь излишен немножко наклон туловища. Под конец подъема он стал более пологим, туловище выпрямляется. И вот снова на наших экранах Вестин. Ну, здесь, видите, совсем левая рука очень плохо работает. Очень острый угол постановки палки, она по существу этой рукой только поддерживает себя. Развернутая кисть, создан неудобное положение работы левой руки. И чрезмерно угол островат. И вот финиш Елены Виальбе. Вот сейчас она, видите, перешла на коньковый ход без палок, о котором мы говорили, что он используется на пологих и ровных участках, и создает возможность резерва в повышении скорости. По-разному финишируют спортсменки. Некоторые вот двухшажным коньковым ходом, вы видели, Лена Виальбе перешла на коньковый ход без палок. А вот финишируют Севаланин и Тамара Тихонова. Они идут под каждый шаг. Обе спортсменки идут в такой, видите, красивой, легкой манере и очень с высокой скоростью финишируют. Наши спортсменки Виальбе и Тихонова становится одна, завоевывает золотую медаль, а другая бронзовую. А сейчас представление публики победителей и призеров прошедшей гонки на 10 километров свободным ходом. Звание чемпионки мира завоевала советская лыжница Елена Виальбе.
Вот ее поздравляют. Серебряная медаль у Марии Матикайнен. Конечно, огромная радость финских болельщиков. И бронзовая награда у Тамары Тихоновой. Посмотрим технику классических ходов. Вы видите, спортсмен прошел одновременным ходом, бесшажным. Это прошли спортсмены Финляндии и Швеции. Вот наш советский гонщик Михаил Девятьяров. Он идет по переменным двухшажным ходам на этом участке. А почему, Виктор Александрович? Я думаю, что это не совсем правильно использование вот этого участка с точки зрения тактического использования ходов. Здесь нужно идти все-таки одновременным ходом. Вот идет бесшажным ходом. Здесь бесшажный с переходом на одношажный ход. Тоже бесшажный ход. Сейчас одношажный ход, одновременный. Это норвежский гонщик. Вот Гунда Сван идет. Видите, вот при одновременном ходе у него имеются небольшие ошибки. Он сильно опускает локти. Проваливает немножко туловище, голову в частности. Это является маленькой ошибкой. Так что видно, и у ведущих гонщиков есть еще резервы над повышением технического мастерства. Хари Карвисниеми, финский спортсмен, который стал победителем на этой дистанции. Он более рационально идет на этом участке. Больший вынос палок, хорошая амплитуда движений и более жесткая система в руках. Вот Владимир Смирнов. У Володи тоже хороший вынос палок, достаточный, но есть небольшое опускание в локтевом суставе. Здесь можно было бы тоже иметь более жесткую систему. Сейчас он переходит на попеременный двухшажный ход. Ульванг, норвежский лыжник. Его индивидуальная, видимо, особенность, очень широкая постановка палок. И тоже есть моменты, вот видите, амортизации в локтевом суставе. Это не совсем рационально. Вот следующий ровный участок. Мы сейчас видели переход с одношажных ходов на попеременный двухшажный. И сейчас будет преодолеваться подъем. Уже скорость здесь скольжения недостаточно. И спортсмены переходят на елочку, потому что держание лыж уже становится затрудненным. Будут наступать обрывы, и спортсмены переходят на... разводят ноги и, как мы называем, преодолевают этот подъем елочкой. Вот Алексей Прокуроров подходит к подъему на очень высокой скорости, не очень широко разводит ноги. Также вот идет Смирнов. Это, в принципе, бег с разведенными ногами. Шведский спортсмен Майбек. Обратите внимание, все-таки спортсмены-скандинавы, особенно шведы, и после отталкивания немножко отбрасывают ногу назад, создают как бы расслабляющий момент. То же самое делают, что и предыдущие спортсмены. Ну, здесь у него произошло оскальзывание, видите, он даже чуть не упал, неудачно поддерживал себя. Вот Михаил Девятьяров. Очень в высоком темпе забегает участок. Не очень у него сильно разведены ноги. Желательно, конечно, бы здесь и на параллельных пробежать. Но держание лыж является здесь проблемой.
Это Ульванг идет. А вот целая группа спортсменов и Володя Смирнов. Это второй круг. Он обходит их. Видите, очень энергичный и быстро забегает этот подъем. Это Юлия Шамшурина. Она идет по переменным двухшажным ходам. Хорошее отталкивание. Вида Винцени. Но для нее характерно это очень широкая постановка рук. Такая своеобразная манера ходьбы. Мария Матикайнин. Очень рационально проходит этот участок. Такие мягкие, крадущиеся движения. С хорошим отталкиванием и достаточно хорошим расслаблением. Момент перед выносом маховой ноги и началом отталкивания. Положение после периода отталкивания. Хорошее расположение голени, опорной ноги и вынос рук. А вот это положение неудачно. Видимо, произошло проскальзывание. Да, я думаю, что рыжи у нее здесь недостаточно держали, и она оскользнулась. В целом, схема движения у этой спортсменки очень хорошая, рациональная. Обратите внимание на угол постановки палок. Он всегда соответствует определенной крутизне подъема. Чем подъем положе, угол больше постановки. Чем подъем круче, угол острее. Вот появилась Раиса Сметанина. Она всегда отличалась исключительно высокой техникой. И это позволяет ей сохранять высокую спортивную форму в течение длительного количества времени. Исходное положение перед отталкиванием и выносом маховой ноги. Период после отталкивания. Положение очень хорошее. Можно сказать, классическое. Здесь также, видите, какая четкая постановка палок. Очень хорошо удерживает себя руками. Движения так же, как у Матикайнин, законченные, мягкие, с хорошим расслаблением. Нет никаких колебаний туловища. Это норвежская гонщица Марианна Дальма. Здесь есть моменты, которые, на наш взгляд, являются немножко ошибочными. Она все-таки движение начинает больше с колена. И стопа у нее отстает при постановке. Поэтому она выходит на сильно согнутую ногу. А вот преодоление спуска. Это Юлия Шамшурина. Надо сказать, что спуск здесь преодолен не совсем удачно. Пошла она по большой дуге на вираже и потеряла здесь скорость. Вот Вида Винцени. Она этот участок прошла более грамотно, на очень хорошей скорости. И сумела, видите, вовремя растолкаться. Ну, я думаю, что немножко поздно села. Вот Мария Матикайнин идет. Замечательно прошла этот участок. По короткой дуге прошла. Очень вовремя вошла в поворот. И вышла вот из поворота и сразу встала в лыжню. Сделала буквально два движения. Вот Раиса Сметанина очень близко прошла по манере к Матикайне. Немножко ее занесло на вираже, но здесь потери практически никакой нет. Тоже сразу встала в лыжню и приняла хорошую позу. Видите, как неудачно спускаются многие спортсменки. Заходят на большую часть виража, теряют там скорость. Потом долго усаживается в посадку. А вот победительница Мария Лиза Кервисниеми. Очень хорошо тоже прошла этот участок. Это по существу так, как вот прошли Матикайнин, Сметанина.
и Винцени. Практически без потери скорости. А вот спусковая часть на более высокой скорости, где проходят спортсмены. Здесь, правда, никакой особенно технической стороны нет, потому что они идут в лыжне. Вот здесь есть поворот. Большинство, видите, проходит на параллельных лыжах. Желательно, конечно, чтобы идти по короткой дуге, не сваливаться на внешнюю сторону. Это вот Ульванг идет. Он тоже своевременно вошел в поворот и четко вписался в лыжню. А вот Володя Смирнов. Он здесь прошел исключительно хорошо, пожалуй, лучше, чем все предшествующие спортсмены. Он вообще сразу прошел по короткой дуге и вписался прямо вовремя в лыжню без потери скорости. Практически на параллельных лыжах прошел. Виктор Александрович, мы подробно рассмотрели все способы передвижений. И что же, по вашему мнению, все-таки, какую роль можно отвести технике в лыжных гонках? Я думаю, что техника в лыжных гонках сейчас и в свободном ходе, и в классических играет огромную роль. Во всяком случае, спортсмен, в совершенстве владеющий техникой, всегда способен реализовать все свои функциональные и физические возможности и добиться высоких результатов.